Несколько слов о газоснабжении Калининградской области. До сравнительно недавнего времени газ поступал сюда из России по газопроводу, который проходит через Белоруссию и Литву. Но когда-то в чью-то светлую голову пришла мысль, что, в общем, так не обязательно будет продолжаться всегда. Поэтому вот предусмотрена такая схема, элементы которой мы с вами можем наблюдать здесь, прямо на горизонте. Вот это специальный газовоз судна «Маршал Василевский», которое перевозит сжиженный газ, и не только перевозит его, но и разжижает его на месте и сдает вот сюда такой специальный терминал, построенный здесь, на заглубленных в морское дно сваях. И оттуда газ по подводному газопроводу поступает на берег в газораспределительную систему.